страшные, да? Да, как... брызги не страшные. А в апрель подается стандартный курс, вот он здесь представлен. А, возможно, в отношении данного комплекта метров, если хотите нырять глубже, то комплекс, возможно, есть погружение до 60 метров. Это вот, это вот такие вот, да? Да. Понятно. И огромное количество аксессуаров. Да. Какие процессоры, матрицы используются? Матрица, наверное, Sony, да? Матрица X-Core, матрица большего размера, чем 15-я. Это модель, да, конечно, да. И процессор, вот если брать 100-ю модель, то процессор называется Beyond 6, это более, ну, более быстрый, более производительный. Да, более производительный. Что касается батареи, то и 30-е, и 100-е, это 2,5 часа, не прерывно. Одни и те же батареи используются, да, там? Да. По разрешению оно осталось прежним или... По разрешению 60 кадров в секунду также осталось, каждый специальный. Снимает HD. Если это стандартная съемка, там 1920 на 1080. Понятно. Если замедленная съемка, то будет снижаться качество. Если ускоренная съемка, наоборот, да? Нет, если замедленная съемка. Он уже в замедленной съемке нарезает 120 кадров. Там больше количества кадров, да. Понятно. Объективы остались те же, такие же используются? Оптика. Такие же, которые использовались на предыдущих моделях? Да. Понятно. Спасибо большое. Все хорошо.